Собственно, всем доброго времени суток на канале «Руки в масле». Мы тут решили в понедельник выдвинуться, посмотреть машинку одну. Один человечек хочет приобрести себе автомобиль. И почему бы не взять Chevrolet Cruze? Кстати, можете написать в комментариях, кто что думает об этом автомобиле. А двигаемся мы на Kia очередной. Это Kia Sportage 2017 года. Сейчас чуть-чуть по кругу вам покажем, но пока особо говорить про эту машину ничего не буду, потому что ее возьму сам, скоречко-скоречко возьму, сниму, и будет обзорчик на этот автомобиль. Скоро все увидите тоже на канале «Руки в масле». Так что не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Ну, вы сами все знаете. Он у меня машину отобрал, руль забрал. Помогите! Ну вот, новенький Sportage. Грязный, но прикольный. Кстати, неплохая машина сейчас прокатился, но все увидите потом. Все увидите на обзоре. Приехали, приехали, ждем. Сейчас подъедет Круз, который хотим купить. В стороне Медео, на улице Аспанова. Короче, заставили нас еще выше подняться. Хозяин Круза говорит, не хочу вниз спускаться, давайте. Сами, говорит, ко мне поднимайтесь. Так что едем в гору. Руль передал обратно. Еле отбился, пацаны. Да не, нормально, что. Зато по городу покатали тебя. Как люди в горах живут, зимой особенно, если у тебя не джип и не полный привод. Я не знаю, как тут подниматься. Летом-то вообще рай, чистый воздух, все дела, а вот зимой что-то не знаю как-то, я бы, наверное, отказался. Виды, конечно, клевые. Кстати, чем выше поднимаешься, да, в горке, тем стремнее домики, да, какие-то. Там ниже вроде хоромы стояли, пятиэтажные, а здесь уже так себе домики. Ну, потом дальше наоборот пойдет. А, это такая буферная зона, да? Не расслабляйся, чувак. Это называется не буферная зона, это таможенный контроль. Вот видишь, более-менее вот начинается. Да нет, это просто сайдингом обделали. Ну, ладно, не, вот красный кирпич. Красный кирпич. Вот смотри, заборчик, да, такой? Один заборчик слабый, стоит, да? Как квартира, наверное, в центре города. Ё-моё, куда мы едем? Куда ты меня везешь, Була? Уже горы, смотри, там домов уже нету. Сейчас будем закапывать. И чё, куда? Где этот Круз? Тут, походу, смотри, сель сошла, камни на дороге. Что-то я... Если он каждый день мотается сюда, что-то, мне кажется, не стоит успокоить. Конченый, думаешь? Не знаю. Нам бы спуститься потом еще. У тебя помощь при спуске есть, если в чё. Я про бензин говорю. Тут хоть пускай, хоть ты еще будет помощником. На нейтралочку ставишь и пошел вниз нормально. Можешь заглушить даже. Сама докатится там до низу. Потом заведешь. О, нифига, тут царит домики какие. Я ж тебе говорил, чем выше, тем потом круче будет. Я не знаю, куда мы едем. Да. Не знаю, сколько еще нам ехать. Но... А Каин. Вон березовая роща, кстати, начинается. Сейчас я позвоню чувачку. Даже правила дорожного движения соблюдаем. Типа санаторий, что ли, какой-то был раньше? Да. Не, вот смотри, березовая роща, все ништяк. Что-то машину загнали, блин. Не мог в городе найти продавца? Красная Kia Sportage. Давай-ка. Ага. Что говорит? Еще выше подниматься? Нет, мы переехали. Ё-моё. Он должен по дороге был нас встретить. А это не тот чувак, который стоял там? Нет, тот чувак слишком интеллигентно выглядел. А ну откуда ты знаешь? Может, по голосу?
совсем все по-другому. Слишком трезво он выглядел. Нет, домики-то тут нормальные стоят. О, нифига. Вон туда, давай заедем. Вон, смотри. Там дорога неплохая такая наверх, видишь? Смотри, вот здесь можно заехать. Толя, на своем RX потом будешь испытывать. Че, слабо? Это не слабо. Просто если Юлия увидит, ее удар хватит. А ты хочешь эту машину еще раз взять? Ладно, ладно. А вон, смотри, тоже чувак какой-то стоит. Наверное, он, да? Стопудово. Наверное. Да, он. О, видишь, даже рукой помахал. Идеальная дорога. Здесь? Вон он. Круз. Приехали. Есть, короче, степные, да, крузы, а есть высокогорные. Вот этот вид высокогорных крузов. И чё? Так, по кузову, да? По кузову есть, да, косяки. Мятинка. Алло, скажи, здравствуй. Нет. Вмятинка. Накрашенный. Чё? Накрашенный. Крашеный? А, ну, это понятно. Вон. Цвет прям всё? Точно подобрали. Чётко. Алло, салончик грязный. Все, через 5 минут не ну такая, короче, бывалая тачка. Подушатанная. Хорошо. Грязновато. Че скажешь, Була? Хорошо. Так-то масло вроде не брызгает нигде. Движка и КТФ. Ладно, подумать надо. Ну и что расскажешь про вот этого круиза? Я скажу, что для первого опыта, в принципе, первую машину посмотрели. Не сказать, что она прям конфетка, как мне ее тут описывали. Думаю, что это не тот вариант, за который хотелось бы. Ну да, грязновато. Видно, что за машиной не следили, да, внутри. Грязно. Не, ну вот просто... Снаружи там... Толя, вот представь, он вот так вот ездит каждый день по вот такой вот дороге. Что там с ходовкой творится? Представь, его соседи вот такие вот окружают. О, нормально, чувак, вообще просто, короче. 1 мая. Здорово! Отлично. Вот так, ребята, короче, ну не знаю, круз так себе. Слушай, это причем не надо... Кстати, сколько он просит за него-то? 2 100 000. 2 миллиона 100. Ну, не знаю, за 2 миллиона 100, я думаю, можно лучше, интереснее машинку посмотреть. Нет, я про что сейчас говорю? Тут даже Олега не надо было брать с собой, чтобы видеть, что какое-то не очень хорошего качества товар. В общем, не понравилось нам. Эта машинка, не спускаемся. Все-таки... Була сначала хотел Honda Element, надо было Honda Element брать, чем всякие там Chevrolet Cruze и так далее. Ну, мое чисто мнение такое. Так. Вот. Кстати, еще хотел сказать, что-то мы в последнее время редко стали про ремонты выпускать видосы. Надо как-то это дело исправлять. А вообще, целью покупки нового автомобиля, точнее не нового, поддержанного автомобиля, заключается именно в том, чтобы наполнить контентом канал «Руки в масле». Да. То есть... Шкурный интерес, я понял. Это не шкурный интерес, я о тебе просто думаю и пытаюсь как-то, знаешь... Вот, допустим, ты же про свой RX все снял. Вот ты до каждого болтика его раскрутил уже. Там, еще... там все, он как все бы тихо, это... я сказал. Ну ладно, блин. Да, до каждого болтика. А Круз ты еще не делал, или Honda Element, к примеру, не делал, так? Ну да, ну Honda Element поинтереснее было, я бы тебе сказал. Я причем хочу такую штатную магнитолу, там есть такой Tesla Style, такому набору. Короче. Ладно, все, замолчи, я говорю, мой канал. Вот.
Там у меня еще должок как бы есть по лампочкам, надо снять его. В ближайшее время, наверное, выйдет видос все-таки. По лампочкам, по Лексусу именно, где какие лампочки стоят и как их менять. Есть там потайные лампочки тоже. Все вам покажем, я уже прочитал, везде все нашел. По технической части уже все готово. Осталось только взять и разобрать. Вот, потом что, колдина. Колдина, колдиночка, колдина. В общем, стоит колдина, Чижик ее еще, ну, начал красить, но он что-то как-то скудно ее, ей занимается не очень хорошо. А кто все. Такой Чижик? Олег. Олег, да. А, вот как, все, теперь буду именно... Шифрованное имя. Да? Я даже это, в телефоне теперь перебью имя, на Чижик. Ну, в общем, пнуть его надо, чтобы он все-таки колдиной занялся, думаю, месяцок. И закончим колдину, там осталось-то только покрасить, визгейт воткнуть, по сути. Поедем потом на Сокол, пожигаем там резинку чуть-чуть на ней. Может, еще какие-нибудь колдины присоединятся. Есть еще парочку ребят. Ну, не знаю, еще какие планы. Что-нибудь поснимать, интересно. Надо какой-нибудь шрот поснимать, потому что новые машины что-то не заходят особо. Надо какие-нибудь бэушки, то есть то, что пользуется интересом у народа. Пишите комментарии, какие машины вы хотите увидеть, без проблем. Напишите там, хочу посмотреть, я не знаю, там такую-то, такую-то машину. Найдем, снимем, выложим для вас без проблем. Хотите, можете там свою машину предложить, там тоже напишите. У меня есть вот такая-то машина такого-то года, давайте про нее обзорчик снимем. Тоже не вопрос, без проблем. Мы как бы открыты для пользователя, который смотрит наш канал. Так что вот. Что ты там хотел сказать? Кстати, напоследок хотел сказать. Я тот самый Булат Марбеков, о котором Толя говорил в предыдущем видосе. Ну не надо, знаешь, мои ключи снимать. Так что можете меня тоже читать, подписываться. Буду, скажем так, я Толин друг. Сказать больше нечего. В общем, короче, вот такие дела на сегодняшний день. Погода вообще адская просто. Смотрите, ну дождь. Тучи. Вот такое вот хреновое лето, да? Точнее, хреновая весна. Ладно, ребята, все. Мы там дальше по делам поехали. Может быть, если вам нравятся такие стримчики, буду чаще выкладывать там такой пустой базар, там, не знаю. Подписывайтесь на канал. Ну, как обычно, знаете, что делать. Ставить лайки, там писать комментарии. Все, пока. Удачи вам. Я надеюсь, он мое не вырежет. Давайте. Ну, посмотрим, как он себя будет вести на его поведение. Все, удачи вам. Давайте.